В стране необходимо системно развивать командные виды спорта. К примеру, в баскетболе нужно уделять внимание не только профессиональным спортсменам, но и создавать условия для тренировок студентов и учеников младших классов. Так считает победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Рустем Ергали. По его мнению, требуется постепенное развитие инфраструктуры. Профессиональный баскетболист хотел бы внести свой вклад в развитие массового спорта в будущее, внедряя в жизнь социальные инициативы. Очень много детей хотят играть и хотят заниматься баскетболом. У нас в академии уже насчитывается порядка 250 детей, которые хотят заниматься. Но, к сожалению, у нас пока не позволяют именно тренировочные ресурсы, я имею в виду зал, такие, чтобы где-то заниматься. Есть школы, есть какие-то, но там абсолютно не подходит для нормальных тренировок. У нас есть единственный зал, да, с хорошим паркетом, с хорошей площадкой, но там занимается постоянно главная команда.